день скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Добрый день, друзья! Здравствуйте, тетя Алла! С добрым днем, с хорошей погодой! Да! Да, погода сегодня замечательная. А вы, наверное, только с прогулки пришли. Да, мы в лесу гуляли, там так красиво! Снег пушистый, сверкающий. Мы крепость строили, в снежки играли. А еще снежинки ловили. Правда? Да. Ну и как, много наловили? Ой, много! Они такие разные, но ни одной похожей не попалось. Мы хотели вам принести, но они растаяли. И превратились в одинаковые капельки. Да. Ну не беда, а вы их разглядеть успели? Успели. Даже некоторые запомнили. Ну тогда мы можем сами с вами сделать снежинки, которые никогда не растают. Правда? Ура! Давайте, давайте сделаем. Снежинки разве можно сделать? А из чего? Из обыкновенной бумаги. Да? А вы мне поможете? Ну, конечно, с удовольствием. О, так, что надо делать? Да. Сначала нужно нарезать много тонких полосок из листа бумаги. Вот так. Тоненькие длинные полосочки. А если такую полоску обернуть вокруг круглой крышечки и склеить концы, так оборачиваем, смазываем клеем, соединяем, то получится... То получится... Ой, колесико! Ой, можно я колесики делать буду? Ну, конечно, вот тебе полосочки и помогай. Хорошо, я сейчас мигом колечек накручу. А я тоже хочу вам помочь. Пожалуйста, Шунечка, если склеить два конца полосочки и соединить их, то получится вот такой лепесток. Справишься, Шунечка? Конечно, я сейчас много лепесточков сделаю. Хорошо, вот тебе полосочки. Да, и смотрите дальше. Угу. Если соединить два конца полоски, а хвостики отогнуть, то получится... То получится... Капелька с усиками. А я таких деталей тоже несколько сделаю. Пожалуйста, делай. А я попробую соединить три небольшие петельки вместе. И у нас получится вот такая фигурка. Ой, симпатичная! А ромбики можно сделать? И ромбики сделаем. Для этого соединим две полоски. Так. Склеим концы, сложим полоски пополам. Ага. А когда развернем, у нас получится вот такой ромбик. Ух ты! Здорово! И что вот со всеми этими фигурками делать? А мы будем из них составлять узоры. Смотрите, возьмем одно колечко и вокруг него разложим 6 лепестков, которые сделал Коксик. А между лепестками можно поместить колечки. И получилась снежинка. Здорово. Так, а если соединить несколько колечек, а между ними поместить ромбики? Пожалуйста. Вот, соединяем колечки, между ними ромбики. Получается еще одна снежинка. Как здорово! И еще можно! Конечно, можно. Возьмем твои лепестки, разложим их вокруг колечка. Вот так, 5 штук получилось. А между ними можно поместить вот эти тройные петельки.
пофантазируйте. Можно придумать еще очень много узоров. А я уже придумала. Правда, моя снежинка совсем маленькая получилась. Маленькая, Шунечка, но очень симпатичная. Давай мы ее еще чуть-чуть подклеим. Угу. И вот и готово. Ой, ты молодец. Сколько снежинок получилось. Такие красивые, такие разные. Спасибо вам, тетя Алла. Здорово. Ой, мы же можем их повесить в комнате на окошко. Да! Конечно. Так, тетя Алла, спасибо. Шунь, побежали развешивать снежинки. Подождите, подождите. Я тоже хочу поблагодарить вас за помощь. А еще нам нужно попрощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До вечера. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.